Алейкум, Йохарам, телеканалында хабилер жанлы яйында студияда Евгения Пекунова Чылша бүгін месіздеріні бөле хабилерін танышыды. Кудырылған Хизбут Тахрир давасының кезде шаты Ишхал етілген қырымда туристик мевсімі. Русиядегі апысханелерде коронавирус хастылығы сесім апыслер түріке алтында. Русиядегі Ростовда ұдойылыған Хизбут Тахрир давасы екенжі бақчы сарай группаның фигуранты Сервер Мустафаевны махкеме залындан чехардылыр. Ұдойылған махкеме бір қажы керек кезде шатын сұрғылана. Оны сөзірене көре, о Хизбут Тахрир тешкілятын азасы олып, топлашыларда дава фигурантларынын іштіға кеткенеді. Шатны сұрғуға чекенден сон махкемеджей Мустафаевны недалар үшін чехарды. Адеджелердің сөйлеріне о қатырламым деп жевап бере. Тасырятлы же сейретіңіз. И свидетель спрятал лицо, боится сказать свое ложное лицо. К сожалению, ФСБ запугало его. Не прилипнет нам грязь. Врагам всем назло. Скрытый свидетель на суде говорит. Ложь клевету не краснеет, твердит. Не боится Всевышнего этот злодей. Не опорочит нас этот лжец и лакей. Многие вопросы, которые задаются защитой, суд снимает. Эти вопросы, которые касаются фактов, которые свидетельствуют, по мнению защиты, свидетельствуют о том, что свидетель является агентом спецслужб, свидетель является человеком, в значительной степени зависимым от спецслужб. Однако суд практически всю группу вопросов, которые касались этих обстоятельств, он по непонятным для нас основаниям снимает. Сейчас все являются свидетелями того, что, скажем, само уголовное дело, оно построено на лживой основе. А лживой основой является решение Верховного суда 2003 года за 14 февраля под номером ГКПИ 03116. И, естественно, обосновать ложь очень тяжело. И как уже мы неоднократно видели, опор идет именно на тайных свидетелей. И только тайные свидетели, когда нас не видят, они могут вот так спокойно лгать и придавать законную форму тому обвинению, которое в основе утверждено этим законом. Ну, собственно, показаниями свидетеля назвать нельзя, потому что на любые конкретные вопросы, где, что, при каких обстоятельствах он видел, либо слышал, свидетель стандартно говорил, не помню. Тот, кто будет лживо свидетельствовать, ему обязательно вот так вот этот свидетель на сегодняшний день, который назвался Иваном, он на сегодняшний день огульно обвиняет нас в том, что мы не совершали. Мы все официальные, 8 человек, которые являются политзаключенными, хотим официально перед всем миром, в СМИ оповестить весь мир о том, что этот человек нагло лжет. А вот когда в суде допрашиваешь свидетеля, он просто не может два слова связать, я думаю, что это связано с чем? Что в последующем, после таких ответов, не помню, не знаю, будет заявлено ходатайство прокурора об оглашении его показаний, зачитает все это, и в итоге он возьмет и сразу все вспомнит за какой-то миг и скажет, да, действительно, вот так было, я поддерживаю данные показания, и показания, которые я давал на стадии предварительного следствия, я считаю самыми правильными. Вот увидите, сейчас получит новые инструкции и память. Мы видим, давайте сделаем два, чтобы память постоянно. Что же? Нет, давайте сейчас. Вечно. Сейчас. Бесконечно. Такая тактика не помогает. Потому что ложь, она исчезающаяся. Исчезающаяся ложь. Ложь, она исчезающая. Конечно, показания свидетеля. Это фантастика показания свидетеля.
Украинада бұл афта коронавирус хасталығандарын артмасы да чоқ тиби тешкерулер кечірмесінің бағылы дөгіл боқта салық сақлап назирі Максим Степанов хабератты. Оның сөзіріне көре адамлар да чоқ антисептиктен фаддаланмақ ве масклар тақмақ керектір. Бұндан ғары дистанция сақламалы. Айны вақытта базы регионларда карантин шедетте ола білер, умын алғанда Украинада 666 яны коронавирусқа оғыраған адам пейді олды. Он бұр адам кечінді. Якщо ми говоримо про кількість тестування, ви бачите, що близько 10 тисяч тестувань методом ПЛР ми вже робимо там порядка 2 тижнів. Значне зростання кількості підтверджених випадків на COVID-19 у нас почало відбуватися на минулому тижні, коли ми стійко перейшли такий поріг, своєрідний антирекорди почали ставити, більше 600 і 753 було випадка на минулому тижні. Ми пов'язуємо це в тому числі з тим, що всі ми переплутали пом'якшення карантинних заходів з повним скасуванням всіх обмежень. По-друге, ми бачимо певні спалахи в окремих населених пунктів, в тому числі вони пов'язані з проведенням тих чи інших свят, знову ж таки з недотримуванням карантинних обмежувань. Росия пыс ханелерінде коронавирус дархаталовы. Кремль сиаси мабуслернен сағлығына зарар кетірі білер. Боқта юқары шырасы инсан ақлары бонжа векеле олыған Людмила Денисова айтып берді. О, халқара тышкілятлары Русияге да чоқ басқы япмаға чағырды. Оны сөзіріне көре, Росия пыс ханелерінде шырайтлер ішбір халқара нұрбаларға уймаған. Понад 5000 є в цих в'язницях Російської Федерації. Нам стало відомо, що в деяких місцях несвободи є хворі на коронавірус. Ми хвилюємося за те, що це в тому числі можуть і наші громадяни України потрапити в таку, що у них може бути теж така хвороба. І тому я звернулася до неї, щоб перевірили і зробили всім тести на коронавірус. Щоб ми знали, якщо в них є хвороба, щоб їм надали необхідну медичну допомогу. 15 яны хаста ішқар етілгені Қырымда тәйінленді. Боқта ішқажи Роспотребнадзор башының муавені Дмитрий Крутиков хабер етті. Әнчоқ адамлар кезлевді 5 адам. Олардың арасында шер хастаханесінің бір тиби хадима бе 3 хаста олды. Дә 2 адам Ялтада бұр өседің келген бір айыл едір. Кефе ве Ислам Терек районында 2 шер хаста адам бұлуна, Ақшайх, Орхапы, Сақ ве Ахмеджит районларында есе 1 адам хасталанды. Умумен ішқар етілген Қырымда 561 хаста тәйінленді. 5 случаев Евпатории – это контактные, 4 случая контакта, это 3 пациента Евпаторийская городская больница и 1 сотрудник этой больницы хирургического отделения. Ишхали Тергина Ахмеджиты июнен егерма дёрдюнде арби парад от кириледжек. Буақта ишхади Хырымбаши Сергей Аксенов ось фейсбук сафесінде білдеді. Да саба у арби парад тек ишхали Терген керечте оладжак деп айтханады. Уледен сонысе о ось харырынын дыныштырды. Ахмеджиты ки арби парад эпидемиологик ве санитар нормаларына бинаен кечериледжек. Ишхали Тергена Хырымда туризм сасы чылышмаға башла. Ишхаджи Хырым 24 телеканалының мәліматына көре, 130 мусорфихане ве пансионат мусорфилеріні беклейлер, шынды мусорфиханелер де елесі кендер тәтланалар. Очень много брони. Мы приобрели рециркуляторы, термометры, очень много средств дезинфекции. Потрачено нашей компании около 500 000 на все эти средства. Мы подготовили уже вот лежаки, которые будут в 1,5 метрах это друг от друга. Пляж мы тоже подготавливаем. Этот сезон точно будет достаточно сложным, мы это уже понимаем. Он будет не похож ни на какой другой, но у нас все-таки есть хорошее ожидание, потому что спрос и отложенный спрос очень высокий интерес к отдыху в Крыму. И, в принципе, Крым является тем регионом, где исторически можно было оздоровиться как раз-таки с точки зрения заболеваний верхних дыхательных путей. Это как раз то, что нужно стране. У нас будут социальные путевки от Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. И это наши дети-спортсмены, которые приезжают к нам сюда для оздоровления. Ишхали Тельген Хырымда яны вице-назиры тәйінленді. Ишхаджи Хырым башы Сергей Аксенов бұл вазифеге Анна Анохинаны тәйінленбеге тәкліп етті. 2014 сеніге қадар о Ахмеджит шер шурасына чылшайды. 15 сенеден башлап о Ишхаджи топрақ нәзілігінде чылшқаныды.
Сонке коне чинде Украина хата хосмы ви ишхали терген хрымдан дёрт юз 88 адам. Кечте ишхали терген топракха юз 52 адам. Хата хосмына исе 306 адам кечте. Бундан сон улар 2 авто дивамында самоизоляция да кичемеле. Ишхали терген хрымда исе обсервация кичемек керек. Бонина се место хлашам, фейсбук софимызге хошылыз, вдехалыз, ве бызыли олыныз корыш кенде.